Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Fallout New Vegas, продолжаем проходить последние DLC «Одинокая дорога». Давайте посмотрим, что у нас тут дальше по плану. По плану у нас... Давайте заглянем по дороге в сторожевой пост Меченых, почему бы нет. Так, куда тут дорога идет? Вроде бы по вот этой вот нам, да, идти? Хорошо, сохранимся на всякий случай в начале серии, если вдруг чего. И пойдем дальше. Взламываем замочек без проблем, без особых проблем. Оп. Есть контакт. Так, и я вижу, чувствую где-то врагов. Где-то с той стороны, наверное. Вот он тоже чувствует врагов. Так, сейчас мы с ними разберемся. Могу я запрыгнуть? Запрыгнуть? Нет, не получается что-то запрыгнуть. О! Привет, дружище! Ой, не хватило патронов. Так, хорошо. Сейчас мы перезарядимся и через ватс его достреляем. В голову пару разиков, этого будет ему достаточно, я уверен. Отлично. Так, меченый разведчик. Что у них тут? Понятно, осколочные гранаты. Это неинтересно. Давайте заглянем, что у них здесь. Не густо, не густо. А вот, кстати, верстак. Гвозди можно сделать, но гвоздемет я уже, по-моему, выкинул, потому что, ну, я не оценил его как-то. Мне больше нравится все-таки мое лазерное или плазменное оружие, да? Да, тут больше что-то сделать нечего. Окей, давайте, может, там что-нибудь порециклим сейчас. Как обычно, мы это делаем. Эффективный рециклинг, 10 батареек получили. Что у нас? Энергетическая батарея. Все, вроде тут больше ничего интересного нет. Окей, кто у нас тут? Вроде никого и ничего нет интересного. Может, на втором этаже что-то будет? Нет? Крышки бутылочные собираю. Эх. Не весело это как-то. Может, тут что-то будет интересное? Нет. О, это хорошо. Это хорошо. Батареи лишними не будут. И здесь тоже. Я удачно зашел. Контейнер с ракетами. Я не знаю, зачем я их собираю. Но пусть будут. Может, я же... А, я переделать хотел, кстати. А ну-ка, давайте мы сходим, посмотрим еще разок. Там же ж вроде бы как-то можно было. Сейчас глянем. Так... Модификация, перевод одних батарей в другие. О, гранатометный выстрел в ракету. И все. И все. Печально. Печально. Мне гранатометные выстрелы не нужны, ракеты тоже мне не нужны, как ни странно. Ладно. Пустые сумки как-то. Тоже грустненько немного. Ничего интересного здесь не было в этом сторожевом посту. Давайте мы заглянем, попробуем, если у нас получится заглянуть вот сюда. Так, это я понял, не самая лучшая идея. Так, я патроны решил поменять. Тоже не... Это резкий кошмар. Так, надо быстренько полечиться, и где-то там, вот они. Взяли уже нашего этого пса, то давайте уже постреляем. Как знатно оружие выбиваем у них. Так, Эдди, ты молодец. Лучший робот, который у меня был, в отличие от того, который умер.
Так, патроны, патроны, сигареты, шлем с очками, ничего интересного. О, так, я вижу, где у нас там на семерочке. Во, ща мы. Иди, не мешай. Есть контакт. И куда нам открылась дорога, интересно? Что у нас тут? Понятно, ничего интересного нету. Куда же нам дорога открылась-то? Что это вообще такое за локация? Склад меченых. Склад. Где склад? Или я взорвал склад только что? Может тут? Это тоже все какая-то фигня полнейшая. Вот что я искал. Что-то странно. Странно, что ничего здесь нету. Ладно. Давайте зайдем уже и на базу меченых, раз уж на то пошло, раз мы тут, ну, решили как можно больше локаций поисследовать. Все, может быть, я и не исследую. Это запросто такое может быть. Но как можно больше мы попробуем. Так. Ага, вижу. И у нас семерочка. Давай. Хорошо. На пятерочке у нас лайер. Будем знать. Я все время забываю. О, граната. Надо было бежать наоборот в его сторону, да? Со снайперками гады сидят такие. Ой-ой-ой-ой, уходим, 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 уходим. Отлично. Вот это пушка, вот это круто. Так, что у тебя есть? Чего? Электронный заряд. Эх, жаль, ну ладно. Мы будем, наверное, скоро мы точно электронные заряды переводить в батарейки. Потому что уж больно мне нравится, как стреляет лайер. Это на что? Сигнальный... А, это сигнальными ракетами они стреляли. Прикольно. Топливо для огнемета неинтересно. База у них тут такая интересная. Это вход. Прикольно. На туалет похоже. И это тоже. Так. Забираем. Отлично. Я надеюсь, здесь будет то же самое, только всего побольше. Ну, почти. Ракеты снова. Так. Давай. Оп-оп. Нет, не пролез. А, я все пролез, пролез. Ну, тоже как-то не густо. Не густо. Так, ладно. Идем дальше. Ничего здесь интересного я не вижу. Давайте мы на семерочке. Очередную боеголовку взрываем. Ой, по-моему, на меня машина упала. И на Эдди тоже. Так, правильно? Мы сюда идем? Да, мы сюда идем, туда, куда надо. Давайте я возьму лучше лайер. Он, по-моему, как-то посильнее, чем гауссовая винтовка. Вот если бы еще хоть какой-нибудь более-менее нормальный прицел был бы, цены бы ему не было. А то так целиться не очень уж удобно. Но вполне возможно. Так, вход в обвалившийся туннель. Написано, вали отсюда. Ну, или что-то типа того. Рацион питания индивидуальный заберем. Спасибо, в комментах мне написали, как это расшифровать. Ага. То есть вот так вот, да? Передо мной стоит стена. Невидимая. Ну ладно. Grant actually went to Colonel Autumn and got approval for her damned efficiency guidelines.
All experiments will be carried out with the test subject fully active to reduce iteration time. It's barbaric. I've explained this to the Colonel. Just because the iBots don't have true AI doesn't mean they're just machines. I guess results are all that matter around here. Forget things like ethical procedures or humane treatment. I'm starting to have serious misgivings about leadership around here. At least I've got you to talk to, hi, Eddie? Уитли действительно заботился о своих робоглазах. Не могу поверить, что они это позволили бы. Мне встречалось достаточно роботов, и я понимаю, что это не просто тупые машины. Да. Теперь я понимаю, почему ты улетел. Блин, вот эти диалоги с роботом, это просто ужас. Надеюсь, те ублюдки получили то, что заслушивали. Заслуживали, блин, что я заговариваюсь опять. Давай поднажмем, у нас впереди долгий путь. Погнали, короче, Эдди. Диалоги с тобой весьма увлекательны, конечно. Так. Ой-ой-ой. Что за звуки? Я не понял. Что за звуки? А ты что? Что ты такое? Кто ты? Что ты? Так. Задание отряда Браво. Новая заметочка. Мне тоже страшная идея. Но надо идти вперед. Кто ты? Что это такое? Что это? Большой туннельщик. Похож на кого-то инопланетянина. Он только рычал страшно. А так ни о чем. Гаечный ключ у него был. А что за шкура у него? Понятно, ничего интересного. Так, что это с собой? Я ему вылезти не дал просто нормально или что? Ой. Эдди, у тебя новые друзья появились. Ого, как они бьют, друзья. Так. А, это ядовито, это другое какое-то. Буду надеяться, что сейчас как кританет. О, мисс Удача, первый раз она пришла. Ну, фантастика прям. Мисс Удача. Так. Все, всех расстреляли. Ну все, недаром я этот перк брал. Один раз уже пришла, все, свое дело сделала. Так, Эдди, а ты где? Кстати. Вон летит, хорошо. Свалка здесь, конечно, знатная. Все весьма так клево разрушено. Снова где-то. О, и снова мисс Удача. А чё так это? Никогда раньше, по-моему, не приходило. А тут... Большой туннельщик. Почему он зеленый? Так, Эдди там тоже развлекают.
Или уже развлекли. О-о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 -извините, ребята, вам, наверное, было громко, я микрофон случайно задел. Так. Прошу прощения еще раз. Я просто. Да. С перепугу, потому что жизни было уже очень мало. Так вот. Сгорел. Так, сколько у нас? 700 патронов еще, в принципе, осталось. Очень так экономно. Я вам скажу, расходуются патрончики пока что. Так, нам наверх, как я понимаю, а выйти... Да, все, выходим. Туннель прошли довольно быстро. Old world history about paving and intentions could teach the Republic a thing or two if they listened. They have an idea of trying to do what's right, never quite getting there. Maybe you've seen it. Neptune, elsewhere. Ты знаешь лучший путь? Yes, and any courier could tell you the same. See it everywhere. The bear. Bear's too busy carving up the Mojave with knives, roads, borders, and how things should be, to see how it is. They're stretched thin, can't protect their front lines, their towns. Think paper's power, radio means control. All of it useless. No matter now, Bear couldn't hold the divide. You and that machine are all that remains of NCR here. Rest fell to radiation, fire, and what burrows below. Кто рыскает по земле? Ты имеешь в виду тех существ в туннеле? Tunnelers. Predators that make their own roads beneath the ground here. Divide broke their sky, showed them the world above, and the scent of new prey. Be a slower death for the Mojave than bombs and fire. But they'll come for its people. From where they least expect. Below. Возможно, они появились после войны, из-за радиации, а потом взрывы и землетрясения позволили им выбраться на поверхность, так? Makes sense. Truth favors that. Matches the history of this place. Were signs they were here for a long time. Before marked men. Before what happened to the divide cracked their sky. If so, they were buried deep. Might have been born on the day America's embers started to settle. Seen worse things twisted by radiation. Выживание 35. Говорят, что Мохаве обречена на медленную смерть, ты имеешь в виду, что они выйдут из разлома и будут рыскать по пустошам? Death will come from below. In the divide, need to watch the sky and ground. Mojave will be easy prey for them. They'll start emerging throughout the Mojave in time. Might be years, probably less. They breed fast, hunt in groups, more than enough to bring down the strongest in the Mojave once they draw blood. Seen them tear apart Deathclaws. Deathclaw might get some, but the rest will swarm it, tear it apart, like Denver hounds. Исследователь. Ты бывал в Денвере? Это ведь территория легиона. Mojave and the Divide are the only places I've walked. Walked the east too, before the bull came. Then, much like Mojave before the bear, tribes, towns, clutching to life. Bull did a better job. Те меченые в Хопвилле, у некоторых странные маски и клинки. Мне такие раньше не встречались. They bear false versions of Legate Lemus's mask. The one Kaisar fashioned for him. Thought it was an insult at first. No better now. It's shaped from divide metal. Not with care and strength, but with hate. Keeps
and anchored. Crude, effective, like the blades they carry. Distant mirrors of their legate, a symbol they can hold on to, while the divide tears at them. НКР. Те солдаты в Хоупеле — это же, без всякого сомнения, НКРовцы. Почему они объединились с Легионом? You see, true. Not scavengers. It's what they wore. Before this all happened. Pain makes for strange allies. The hate of the bear and bull sheared across the battlefield. Now turned against the divide. Few survived. Intact. Many NCR were already here when the destruction happened, keeping the route east open in fear of Kaisar, fear of the Legion. НКР нужна была эта линия снабжения, чтобы укрепить позиции в Махао и на дамбе Гувара. The dam, that old world wall. The bear, NCR, couldn't be allowed to reach it easily. Long 15, Kamen, both bad enough. Kimbo, Kaisar, House. You'd think the whole world was that wall, cutting the Colorado. If I'd never laid eyes on it, never spoke of it. But once found, it was all Kaisar could see. That, and the flag beyond it, another symbol, big enough to challenge him. And the divide, one of the roads to it. Legion was tasked with cutting that artery. If you can't kill the bear in one stroke, bleed it. Starve it. That kind of murder. It's what any of the Legion would have done. Now, the divide belongs to history. Если это верхняя дорога, то куда она ведет? At the end of the high road lies Ashton, its silo. That machine I'm with you, it can open it, wake it up. Like it did the one in Hopeville. Восприятие 6. Ты питаешь ненависть к моему роботу, и я слышу это в твоем голосе. Hate? No. There's nothing to hate in metal, steel, gold, or platinum. Your machine, it's just a tool, made of wreckage of the divide. All that was brought here. Так, прошу прощения. Когда мы впервые говорили в Хоупеле, ты сказал, что поклялся не убивать меня. Почему? You know the why of it. If you don't, I do. And that's enough. Shows trust only walks so far west. Earned more than that, though. Getting this far. We walk the same road. Carry the same colors. Can't break that. By making the road red. Want more than that? Walk the divide. Answers will come closer you get to home. You and that machine. К дому. Эта дорога никуда не ведет, в разломе ничего нет. Many in the Mojave think the divide's nothing but canyon and storm. Wasn't always. There was life. A town farther west. Not talking about an old world town like Hopeville. More recent. Something you saw in your lifetime. It had the name, the divide, too. But rather than cracks in the earth, it was a road from the west into the Mojave, a supply line. Took a courier to make that road. You. Back then, you saw the road with eyes facing east. This time, the divide's in the other direction. And if your eyes try to make sense of it when you reach it, home's not what it was. Почему ты думаешь, что эта дорога ведет домой? All roads lead back to one's home. Not your birthplace, maybe. But home.
isn't where you were born into this world. You taught me that. Part of your message, whether you meant it or not, can be a place of mind. A moment where you know who you are, the history of it. And they can be places you breathe life into. Never would have known the divide had it not been for you. The road you made with your tracks again and again. You were the only one willing to make the journey to and from here. A hard road. Kept the land before the divide alive through seasons, storms. Can't have been just a job. Was something more to you. Don't feel for a place that hard unless it's home. Скорее всего. Мне приходилось ходить трудными дорогами в Мохаве до нее, но это ничего не значит. It means everything. Even if you deny it, cast it aside, that speaks to what you are, proves what happened here. It was you walking that road that kept the divide alive. It grew from what you did. Settlers, camps, filling that old world city. Chance for a new nation, new beginning, new way of thinking. Could have breathed new life into the Mojave, bridging east, west, like Hoover Dam. But not old world. Something you made. Road was a supply line. Все это лишь твои догадки. No, recounting history. NCR saw the worth in that road you made. Staked a claim, whether it was wanted there or not. True elsewhere in the Mojave. And where the bear tries to cling to life, the Legion comes, bearing messages. Some brought by blade, others by couriers. You knew what was coming, as sure as I know what's coming for you. This time you carry the burden. Walk west into the sun. And keep walking until it dies. There, I'll be waiting. Окей. Одни загадки пока что. Так, что мы? Холодное оружие будем качать теперь уже с горя. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Пульт управления ШПУ Эштон. Храм Улиса. Оу. Станция водочный завод. Крыша отеля Боксвуд. Отсюда мы пришли, хорошо. Ну, окей. Окей, ребят, наверное, на этом... Давайте сейчас я выйду немножко повыше, осмотримся. И я на этом серию, наверное, закончу. В этой серии мы познакомились с туннельщиками. Не самое было приятное, конечно, знакомство, но все же. Так. Зверь. Это прям зверь был. Опа, ну-ка, давайте мы на него посмотрим. На короля Лича прям похож на какого-то. Ну, перевернись, давай. Ну, почти. Ну... Не хочет. О, давай, давай, давай. В маске, как у Цезаря. Вот про кого мы говорили. Как у этих, как у легионеров. Так. Забавненько, конечно. Испуганно попискивает. Чего ты боишься, Эдди? Лайер нас защитит. Ладно, ребята, все. На этом я пока что серию заканчиваю. Мы так немного осмотрелись, да? А в следующей серии мы продолжим. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.